Торцевые панели являются одними из лидеров сегмента, как для сектора хорека, так и для использования в офисных и медицинских учреждениях. Основным преимуществом перед обычными светильниками для подвесного потолка является отсутствие эффекта ослепления. Мы не видим светодиодов, а только ровную матовую поверхность, что создает более эстетичный вид и не слепит глаза. В компании SD Свет есть два типа торцевых светильников – премиальная и бюджетная панель. Обе эти панели дают равномерную засветку. Основное различие заключается в качестве комплектующих. Бюджетная панель обладает следующими характеристиками. Мощность 38 Вт. Световой поток 3000 люмен. Пульсация 5%. Power Factor 0,9. Гарантия на такую модель 2 года. Премиальная модель является более эффективной. 36 Вт, при этом световой поток 3600 люменов и более низкая пульсация. Power Factor 0,95. На данную модель распространяется гарантия от 3 до 5 лет. Теперь чуть подробнее про разницу между ними. В бюджетной модели используются светодиоды марки Epistar, эффективность 120 люмен-ватт. А в премиальной модели используются светодиоды марки Cree, 155-160 люмен-ватт. Схема техника источника питания бюджетной модели упрощенная, вследствие чего панель имеет меньшую эффективность, а в премиальной модели установлена более качественная версия с использованием более дорогостоящих комплектующих. Также в бюджетной модели установлен упрощенный вариант рассеивателя, материал полипропилен, соответственно, ниже коэффициент светопропускания. В премиальной модели используется рассеиватель лучшего качества, материал поликарбонат. Все это дает возможность премиальной модели выдавать на 20% больше светового потока при почти одинаковой мощности.